Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый иней, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется... Правильно, Ералаш. Коробки с карандашами, горы и океаны, гномы и великаны и кот с большими усами. Коробки с карандашами, живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. Коробки с карандашами, заяц бежит припрыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами. Коробки с карандашами, подснежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. Принцесса спит 100 лет, 100 лет, а храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Споем. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Наступит день за ночью лунною, и солнце луч блеснет в окне. Но крепко спит принцесса юная и улыбается во сне. Принцесса спит 100 лет, 100 лет, а храбреца все нет и нет. Если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. И если не найдется принцесса. Фильм Одесской киностудии «Сказки старого волшебника». Я в дальний путь решил отправиться за тем, чтоб принца убедить, что должен он свою красавицу поцеловать и разбудить. Принцесса спит 100 лет, 100 лет, а храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, принцесса, и если принцесса так и не найдется. Много раз подходили женщины и говорили: все не так, и если рыцарь не проснется, принцесса так и не найдется. Северная сказка. По северу ехал один эскимос, везли его 10 собак и барбос. А сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Ну, дальше тарабарщина будет. Мне очень хотелось спеть на эскимосском языке. Я даже учил, слова подбирал. Ну, меня спасает то, что песню, кроме меня, эту поет ансамбль «Песни и пляски» Чукотского национального округа «Эргерум». Вот они поют правильно. И мне прощают мое пение. Ну, в общем, примерно так он поет. Ой, гербона, на хона, бердон бай. Ой, гербон, дырген, дырбан, да хона, гербон бай. Эх! О, дырдон бай. Север, хорошо. Собаки хрипели, трясли языком.
Веселый барбос был у них вожаком, а сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Ой, гирбонгей, дигум баб багардун бай, орбангей, гундербанда, ома ордун бай. Эх, олени хорошо, мороз, эй, дырдун бай. Да песенка с паром из теплого рта ушла, прославляя родные места, а сам эскимос, несмотря на мороз, на нардах веселую песенку вез. Эй, ом, дырген, тигон, дага, магон, на гырдун бай, мороз. Эй, дырген, тырман, дага, дыргон, магон, север, ай, я, ом, эй, эй, хорошо, дырдун бай, все хорошо. Здорово. Вдруг плохо. Не бывает все хорошо. Навстречу едет эскимос из Америка. Перестройка. Границы открылись и поет свою эскимосскую песню. Еду свою ест. И нашему навстречу пошел. С песни предков. Посмотрели они друг на друга и запели. О, дырдунбай, дырмундырмай, братья ведь, дырдырдунбай, оп, оп, мырмундырмай, дырдунбай, дырдунбай, я, север, хорошо. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и со старости, наверное, а может и не помним нифига, но будем вспоминать. Нам помним в Вороне. Ух, ничего себе! Съезд фермеров калифорнийцы. Да, Аризоны. Кстати, любимая песня фермеров действительно. Нам помнится в Вороне, а может быть собаке, а может быть корове. Однажды повезло, прислал и кто-то сыра. Грамм, думается, 200, а может быть и 300, а может полкило, так Успенский считает. Еще авиационный институт закончил. Наель она взлетела, а может не взлетела, а может быть на пальму с разбегом забралась, и там она позавтракать. А может и спокойно собралась, а дальше па-па-ра-па.
папа, да, 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 да. Папа, да, папа, да, 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 да. Папа, да, пара, да, да, да. Но тут лиса бежала, пара, да, да, да. А может, не бежала, эй, хали-гали. А может, это страус злой, а может, ты не злой, а может, это дворник был. Он шел по сельской местности, ближайшему орешнику, за новую метлой. Послушайте, ворона, а может быть, собака, а может быть, корова. Ну как вы хороша, у вас такие перья, ой-ой-ой-ой-ой, у вас рога такие, ай-яй-яй-яй-яй. Копыта очень стройные и добрая душа. А если вы споете, а может быть, залаете, а может, замычите. Коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор. Подарок сразу вручат, а может быть, вручат. И глупая ворона, а может быть, а может, бегемот, как что-то запоет. И от такого пения, а может, скорее не пение, упал не пение в обморок, от смеха весь народ. А сыру той вороной, а может быть, собаки, а может быть, быка, пол сменим. Конечно же, упал и прямо на лисицу. Чё, кидайтесь? А может быть, на страуса? Ой, больно мне. А может быть, на дворника? Немедленно попал. Идею этой сказки, а может, и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен труд. Еще раз, не стойте, не бойтесь, там, где идет или подвешен груз. Все. После выхода мультфильма ребята, дети из Сибири прислали такой финал. Ну, их много было. Не стойте, не прыгайте, не пейте, не курите. Из Томска было письмо. Там, где везут правительство или подвешен груз. Ну что, Гриш? Григорий Васильевич, продолжайте, пожалуйста. Я когда переехал из Ленинграда в Москву, благодаря Эдуарду Успенскому, потому что он нас всех собрал, ребята из Киева, Александра Татарского, Игоря Ковалева, они меня подтянули, познакомились мы в Коктебеле. И первый проект у меня был, кроме мультфильма, создание кантри-группы «Кукуруза». И вот первый наш хит была вот эта песня. «Не шумите!» А разве мы шумели? Но Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе. Я тихонько играл на губе детства. 8/5 размер соблюдая, Таня, Таня хлопала дверью сарая.
Саша камнем водил по стеклу. Коля, Коля бил по кастрюле в углу кирпичом, но не громко и редко. Не шумите, сказала соседка, а никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь. А что голос у Васи был скрипучий, так зато мы сгрудились кучи. Кто стучал, кто гремел, кто гудел, кто свистел, чтобы он не смущался и пел. Пой, Вася! Ра-ба-ба-ла-на! Ненавижу детский сад. Детство. Ну-ка мясо в мясорубку. Ну-ка мясо в мясорубку. Ну-ка мясо в мясорубку. Шагом марш. Стой, кто идет? Фарш! Спасибо. Ну, у меня много и серьезных песен, и я, знаете, даже диск специально записал. Ну, записал давно, выпустил, сделал в обложке все вот к этому фестивалю, называется «То, что мы зовем душой», все успел. Все получилось, типография, все, и забыл дома. И жене написал, я забыл или что? Или... Она говорит, забыл. Я написал, козел. Мне кажется, она была счастлива, что наконец я понял про себя. Песня «Воздухоплавательный парк». Любимая песня Эдуарда Успенского на стихи Александра Кушнера, с которым у меня написано очень много песен. «Большая дружба» с Александром Семеновичем, и мы даже стали лауреатами премии Чуковского за цикл детских песен «Пой, Вася», это его тоже стихи, и о картинах его стихи. И 20 век ушел с его стихами «Времена не выбирают», я спою вот из серьезных песен, и вот вспомню такие строчки замечательные. «Умереть, расколоть самый твердый орех, все причины узнать и мотивы. Умереть – это стать современником всех, кроме тех, кто пока еще живы». В начале пригородной ветки обрыв платформы под овраг, и там на проволочной сетке воздухоплавательный парк. Название плавно и крылато, как ветрено и пусто тут. Поселок окнами к закату, и одуванчики растут. Вдали от музык и парадов, на Петроградском рубеже, паренье первых аппаратов, ты не вернешься к нам уже. И принеся одни убытки под торжество болотных жаб,
расползся до последней нитки. Темно-зеленый дирижабль и тех людей забыты лица. Снесен амбар и тот барак. Но пусть нам все-таки приснится воздухоплавательный парк. И самолеты, вертолеты гнездятся в верхних облаках. И где-то первые пилоты лежат пропеллер в головах. И электричка рядом бродит, огнями вытравляя мрак. И в белом платье тень приходит. Воздухоплавательный парк. Воздухоплавательный парк. Григорий Гладков, Москва. Спасибо.